Давайте мы представим наших новых футболистов, главный тренер, и вручим им свою личную игровую форму. Так, давайте, наверное, начнем по порядку. Виталий Пономарь, опытный игрок. Опытный игрок, умеющий создавать силовое давление в штрафной. Соперник – это то, что нам не хватало, особенно в домашних играх. Вот. Ну и хорошо распознает игру, умеет подстроиться, правильно открыться. Но я думаю, что именно такого нападающего не хватало в первой части чемпионата. Давай дальше. Карантин умови спрацьовує. Ну. Юра Батюшин. Креативний полузащитник, который уже, я надеюсь, еще и будет прибавлять. Очень хорошо распознает ситуации на футбольном поле. Значит, видит поле, умеет как отдать острую передачу, так и завершить сам, плюс умение хорошо исполнять штрафные. Это тоже тот игрок, которого мы сильно хотели, он у нас оказался. Юрий Батюшин. Так. Хочу представить Валерий Блажко. Центр-форвард, молодой, который делает только первые шаги в большом футболе. Имеет амбиции, хорошее голевое чутье, умение играть на опережение, обладает дистанционной скоростью. Вот. Ну и в конце концов, в начале футбольного пути амбиции, хочет всем доказать, что вот он, я именно тот нападающий, который нам нужен был. Поэтому хочу представить Артем Абелок. Играет на многих позициях. Хорошо видит поле. Значит, мне довелось раньше с ним работать большой отрезок времени. Я знаю его сильные стороны, то есть хорошая левая ножка. Ну, скажем так, когда в очень хорошей форме, то может очень многое. Вот. Но учитывая, что большую часть времени всесезонной зимней подготовки он пропустил и присоединился до нас только на сборах, поэтому стараемся в короткий период подтянуть его физические кондиции, но умение играть на разных позициях и видение поля. Мы очень надеемся на этого игрока. Артем Мадилов. Так. Евгений Ткачук. Очень низкого роста, вы видите. Это так, для шутки, значит, нам нужен был такой защитник, уверенный, с опытом, хорошо читает игру, очень опасный при стандартных положениях у ворот соперника, значит, надежная игра в обороне, вот. Ну и опыт, подсказ, конечно, нам такой защитник очень необходимо. Мы хотели, Женя, рады тебя видеть. Так. Западня Артур играет на позиции левого защитника, также может играть и полузащитника. Я его знаю тоже как бы давно, следил, как он, мне импонирует его стиль игры. У нас теперь два сильных, хороших левых защитника. Это Сережа Чимбай и Артур Западня. Также мы рассматриваем возможность и использовать, если надо,
и в центре обороны. Хорошая скорость, видение поля, первый пас, плановая передача. Поэтому мы очень хотели этого игрока, и он у нас. Спасибо. Олег Аладюк, самый опытный, креативный игрок, выполняет большой объем черновой работы, тонко чувствует игру, креативный, хорошее завершение, подсказ, разноплановый игрок. Поэтому мы тоже, Лера, приветствуем в нашей команде и тоже хотели очень видеть.